30 миллионов рублей потратили в этом году на благоустройство Айхала. В поселке привели в порядок детские площадки, отремонтировали дороги, открыли новый стадион. Заметили ли изменения айхальцы, узнала Оксана Мезенцева. Мальчишки и девчонки осваивают новые качели и карусели. Играть безопасно. На площадке уложили мягкое резиновое покрытие. В порядок в этом году привели все детские площадки. На благоустройство потратили 4,5 миллиона рублей. Улучшился поселок, удобно и гулять нам, и площадки детские хорошие, да, и гулять хорошо. Очень много детских площадок появилось, это радует. Это радует молодых мам, бабушек, дедушек. Эти кадры мы снимали весной. Вместе со снегом с айхальских дорог сошел и асфальт. Ямы и огромные лужи стали серьезной проблемой для водителей. Дороги плохие, конечно. Я не знаю, кто в этом виноват. Даже понятия не имею. Но дороги ремонтировать надо, конечно. Я в шоке. Дороги у нас, конечно, могли бы желать и лучшего. В первую очередь этим летом заасфальтировали дорогу по улице Попугаевой. Она была одной из самых неблагоустроенных. Положили асфальты на участке Айхал-Дорожный. Большое внимание уделили и ямочному ремонту. По асфальтированию у нас примерно потрачено около 20 миллионов рублей в этом году. Из числа этих средств 5 миллионов выделил район, 4 миллиона, чуть больше, это республиканские деньги, а остальные средства были выделены из бюджета поселка. Поселок благоустраивали и школьники. Белили, красили, убирали мусор, озеленяли территорию. Ребята высадили 5000 саженец рассады. Предприниматели и предприятия «Алроса» благоустраивали прилегающие территории. Основной объем запланированных работ был выполнен. И это, конечно, благодаря, я бы сказал, значительной поддержке айхальского ГОКа. Значит, даже, может быть, в каких-то видах мы выполнили больше, чем планировали, вот именно благодаря этому взаимодействию. Совместным трудом в Айхале построили новую спортплощадку. В нижнем поселке заменили опоры освещения. Теперь там нет темных переулков. Но заметили ли изменения горожане? Все убрано, мусора нигде нету. В общем, довольны поселком. Придомовые участки бы хорошо было бы тоже привести в порядок. Можно, конечно, было бы постараться и сделать наш поселок понаряднее. Дороги отвратительные у нас остались, зелени мало у нас. В администрации поселка критики и предложениям только рады. Для этого на сайте муниципалитета открыли книгу жалоб. Идеи айхальцев уже претворяют в жизнь. Так в следующем году в поселке откроют парк здоровья. А что предложите вы? Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».